Свет, поздравляю тебя с победой. Упорный поединок. Расскажи, что сейчас чувствовала на дорожке? Ну, во-первых, я чувствовала большую усталость, потому что это первые соревнования такие взрослые, и я не думала, что я так вымотаюсь за один бой. Ну, и я чувствовала спокойствие, потому что никакого давления, от меня никакого результата не ждут, поэтому я просто делала, что умею, и все. Ну, хотелось бы попасть во второй день, а там уже как пойдет. Я не задумываюсь, просто фехтую. Чувствуешь разницу в международных соревнованиях взрослых и тех, которые ты принимал участие до этого? Да, чувствую, тут намного выше конкуренция и вообще уровень другой, намного сложнее. Как у тебя сезон складывается? Ну, он уже закончился, мы ездили на юниорский мир, заняли там второе место. Ну, я думаю, что успешно в этом году, готовлюсь к следующему. Как готовилась к этому соревнованию? Просто на тренировки ходила, ничего особенного. Но у меня ЕГЭ сейчас, я другими делами занимаюсь. Успешно сдаешь сейчас? Получается? Да. Русский хорошо написала. Нет, ну я знаю, тоже нормально написала. Как себя настраивала перед боями? Ну просто успокоилась, сказала то, что ничего страшного нет, и все. Музыку не слышно? Слушаю, конечно. Что слышишь? Я не знаю, разное. Нет какой-нибудь песни? Нет, я меломан. Да. Спасибо большое, удачи тебе.